Саженцы розы чайной гибридной Гайс Голд, роза Гайс Голд, в период цветения покрываются ярко-желтыми чешевидными соцветиями. Кусты плотные, высота растения 90 см, ширина около 80. Листья среднего размера, плотные, глянцевые, молодые с бордовым оттенком. Цветы обладают легким ненавязчивым ароматом. В диаметре не превышают 9 см, состоят из 18-25 прямых лепестков с загнутым краем. Цветение обильное, непрерывное. Предпочитает хорошо освещенные участки, в тени окраска цветков менее интенсивна. Растение хорошо развивается на рыхлых плодородных почвах с хорошим дренажом. Роза чайно-гибридная Гайс Голд – это кустарники высотой 90 см, диаметром 80 см. Аромат у цветов слабый, окраска цветка лимонно-желтая. Размер цветка этого прекрасного растения достигает 80 см. Розу чайно-гибридную Гайс Голд создал Харкнесс Великобритания. Годом создания растения считается 2007. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.